В данное время сотрудниками отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения проводится профилактическая операция «Мотоциклист». Вот, основными задачами данной операции это как можно меньше, уменьшить, сократить дорожно-транспортные происшествия с участием мотоциклистов. У нас бич, получается, города, района в крае. Это у нас движение на мототранспорта, таких так называемых скутеров, скутеров, мокиков. В связи с этим хотел бы обратиться к родителям. В плане чего? Приобретая транспортное средство, необходимо, вот, то есть большинство детей, не зная правил дорожного движения, выезжают на улицу, а зная, что такое транспортное средство, оно при, значит, дорожно-транспортном происшествии получает более тяжкие последствия, так как незащищенность детей, то есть не используются ни шлемы различного рода. Дети, не зная правил дорожного движения, выезжают на проезжую часть, нарушая правила дорожного движения, то есть создают различного рода аварийную обстановку. Вот. И хотелось бы также обратиться к учителям, чтобы работа эта в школах, то есть изначально проводилась, начиная с родителей, в школах, нами будет работа проводиться. Вот, так как в летнее время дети будут, например, большее время предоставлены сами себе. И вот хотелось бы, чтобы, конечно, у нас вот таких происшествий было.